обращаюсь и к полицейским, которые сегодня стоят за нашей спиной и которые попытались нас остановить. Кого они защищают? Кого они защищают? Тех, которые друг друга сами называют бандитами, рейдерами, ворами, коррупционерами. Те, которые выплачивают им по пару тысяч леев зарплату, а сами ежемесячно миллионы воруют из бюджета. Те, которые называют их коррупционерами, а сами являются коррупционерами. Кого они защищают? Какой режим? Тот режим, который сделал Молдову посмешищем Европы. Что они защищают сегодня? Бандитов, рейдеров. Мы, которые хотим свободы, хотим демократии, хотим процветания, хотим достойной жизни для нас, для детей, для них хотим достойной жизни. Они нам прикрывают путь к представительству, к зданию, где сидит президент. Так называемый президент, который...